Лучше буду читать, пожалуй, и все. Электричество льет сквозь легкие в кисти рук и немеют пальцы, и бьется о пол запястья, я выкашливаю одиночество и несчастье, издавая плоский и хриплый звук. Бьется тело. Оно теряет былую форму, размякает и растекается вдоль скелета и мычит внутри. Огромная сила света, разрывая гнилую норму, я люблю тебя, как небо целует воду, прижимаясь и растворяясь без очертаний. И слепая страсть становится покаянием, исчезают строки дурного кода, и рождается тишина. И богиня-мать обнимает сердце живительным кислородом. Ты один, когда не помнишь свою природу, и давно перестал дышать. Творение, с которого вообще все началось. Есть, наверное, целая картина, которая появилась после того, как я показала ей стихотворение. Это 52-герцовый кит. И это очень грустная история для тех, кто ее знает. Повторю, а для тех, кто не знает, пусть сейчас первый раз вдохнет. Есть такой кит, он один, его зафиксировали военные корабли, и он общается на 52-герцовой волне. А остальные киты. Да-да-да. Остальные киты плавают и общаются где-то на уровне 19 Гц. Проблема в том, что вот он на 52 Гц, его никто из китов не слышит. А киты могут встретиться, только если они общаются на одной волне, они отправляют друг другу сигнал. И есть действительно такие ролики, там, аудиоролики, когда можно включить и послушать, как он кричит, и его никогда в жизни никто не слышит, и он никогда не найдет, не может найти и не найдет своих, потому что ты не можешь поделиться по-другому. Ты слышал, мой друг, как рыдает усатый? Он много лет в груди океана темного зовет кого-то, такого же важного и огромного, ловит его сигнал лишь военные корабли. Меня печалят болячки, раздоры, хлопоты, я не могу тоской с ним никак тягаться. 52 герца, мой друг, его протяжный, грустный робот, остальные киты не тянут и 19. И если душу твою сегодня размыло, дурочество, и снова сочится родная, дурная рана, ты вспомни про 200 тонн чистейшего одиночества, дрейфующие где-то в недрах Тихого океана. И люди вздыхают, когда узнают о его несчастье, ломают печальную бровь под прямым углом. Но что тебе, человечье сочувствие и участие, когда ты мокрый и скользкий кит с многоэтажным домом. Мне нужен цвет, размазанный по холсту, размахиваю силой, швыряю краску, мне нужен цвет. Я вглядываюсь с опаской, ищу свое пространство и красоту. Мне нужен цвет, размазанный по лицу, расцвеченная диковинная картина. Мне нужен цвет, да, я всего лишь глина, которая нравится своему творцу. Мне нужен цвет, глубокий, надменный синий, морковный сладкий или смурная охра. Мне нужен цвет, и чтобы вода не сохла, впивался в зрачок, мерцающий алюминий. Мне нужен ты, огромный и безутешный. Чернее черного и одинокие одинаковых. Мне нужен ты, сколько бы я ни плакал, лишь бы цвета были умело смешаны, не становились грязным, немым пятном.
которую только и остается завешивать полотно. Подожди меня у моря, я добегу. Подожди меня у дома, на берегу. Подожди меня у книги, про тишину. Подожди меня у моря, меня одну. Подожди меня, и я себя подожду. Ты обрек нас на немыслимую вражду. Столько силы и одиночества позади. Подожди меня у моря, не уходи. Ты сидишь один и смотришь куда-то вдаль. У тебя глаза, миндаль, доброта и сталь постепенно становятся тусклыми и злыми. Подожди меня, я сделаю нас живыми, загорелыми солеными дураками, со смешными восточными именами с окнами от пола до потолка. Подожди меня у моря, где облака. Подожди меня у дома, я добегу. Подожди меня у моря, на берегу. Надо. Нам это не с командой, когда не заканчивается. А то я же не знаю, я же так могу и до вечера. Про маму. Что-то я его не встречала. Найди про маму. Я встречу тебя случайно каким-то летом. Буду с новым приоритетом. Чумовым на башке беретом мы сможем долго шутить об этом. Каким-то летом, липким московским летом, слова загружаться как балетом. Чужое лицо рядом с родным лицом. Остался ли ты тем же горестным подлецом, а ты все той же осиротевшей стервой? Так и сдаешься первым. Добрый вечер. Огни, обычный столичный лайф, и будто не было на репите, I will survive. И вдруг ты скажешь, ну ладно, родная, я пошел. И мне станет так тошно и хорошо, привычно заглохнет мотор посреди груди. Да, так все и было. Давай, дорогой, иди. Чужая боль, чужие горят мосты, чужой беспокойный сон и чужие руки, чужие плечи, чужие срачки и звуки, шаги чужие навстречу из темноты, чужой рассвет, падение с высоты, чужой устав, чужие долги и карты, чужие спины, чужие записки в партах, чужие дни. Чужие лица черты, чужая скорбь, чужие в руках цветы, чужой огонек и тлеющие сигареты, чужие песни, чужие приоритеты, чужие души в поисках теплоты, чужие споры до боли и хрипоты, чужие пальцы, сжимающие запястья, чужие прикосновения, чужие страсти, чужой игра. Если надо, попросила, нельзя же не найти, вы же знаете. Особенно тяжело искать вот так быстро, ничего, конечно, не находится связь. Исакову сейчас тоже прочитаю, раз ты попросила, у меня опять нет выхода. Нашла вам, а? И я ясно помню, как пахнет мама нежностью, пряностью, трепетом и уютом. Ты где?
где-то между страхом и абсолютом. Свет и беспечность. Яркая голограмма Хари Кришна Мила. Хари Рама. 10. Ты в красном платье, в белый горох, вдоль плеч валаны. Челку сдувает соленый ветер, и нет никого красивее на планете. Облокотившись на мягкий пушистый мох, ты улыбаешься, меня обнимает Бог. 15. Я превращаю обиды в смех. 15. Я превращаю обиды в смех, рваные джинсы, едва прикрываю бедра. Сутулюсь, я кутаю сердце в ребрах. Небо по плечи, и грех не грех. Теперь я старше и выше всех. 20. Ты наготове, ждешь звонка. Теряюсь среди отражений и бьюсь без толку. Зеркала разлетаются, я падаю на осколки. Алло, привет, жива-здорова, пока. Кстати, я бросила этого мудака. Мне 25. Я знаю, мама, как надо жить. Я вижу, мама, прекрасно. Твои старания, но нет, спасибо. Надеюсь на понимание. Что ты такого по жизни сделала, чтобы меня учить? Ты бы, наверное, тебе бы, наверное, нервы подлечить, и не надо мне звонить. Ясно и тихо в мире. А, зрелость. И вдруг рассеивается мрак. Ясно и тихо в мире. Сердце тихонько стонет. Руки дрожат. Пишу сообщение в телефоне. Мама, а ты сама-то как? Помнишь, каким-то там стародавним летом вам говорили почти что целую ночь последний раз? Когда я была тебе просто дочь, без обид, огрызков и глупого паритета, когда другого мне не требовалось света, с тех пор я еду, как будто в поезде, без билета. Пожалуйста, мама, прости мне это. Цветет сакура. Сакура пахнет кровью. Железный привкус, сгорбленное межбровье. Давай займемся войной, а хочешь — любовью. Цветет сакура, сакура из головы. Я золотой дракон, брыжущий красной тканью. Я кораблю жертву заранее, они играют и развивают пасти. Хочешь — она покажет тебе запястье. На белом красной губы, фарфор по нервам. Пойми, этот остров всегда засыпает первым. Тебе остается только заткнуться и лечь внутри позвоночника. Острый меч, спроси, как форма определяет душу. Как звучит тишина, когда ее слушаешь. Просто будь в этом. Просто смотри, как стержень мясо рубит людей изнутри. Тогда ты первым хватаешься за грудины, дышишь сквозь кости, нащупываешь середину, раздвигаешь руками и видишь, как бьет лучом и кислород в легких. Еще, Господи, еще! Цветет сакура. Сакура пахнет небом. Тебе не нужно всегда быть первым, если ты растворишься в ее красоте. Цветет сакура. Сакура в пустоте. Несмотря на то, что мне 33 года уже, я все время отсылки. Все время все отсылки к маме, к маме. Она мне иногда говорит, придумай же что-нибудь свое, ну что ты вот. У нас есть одна замечательная история, вот у меня папа, он грузин. А мама, вот папа грузин, а мама Марина Ивановна.
И, значит, Марина Ивановна, сейчас вы поверите, сейчас это силы такой в следующем участке. Вот, просто я вспомнила эту историю. Значит, моя мама поехала с моей бабой, и мы жили в таком чудесном доме, в Тбилиси, где-то познали, у нас соседка, звали его Бар, он был художник. Поскольку все художники, он был немного чокнутый, его звали все Гижевар. Гиж в переводе с грузинского и, кстати, с армянского, насколько я знаю, тоже. Значит, ну, сумасшедший, чокнутый человек. В общем, и все. И алкоголик, да, алкоголик и чокнутый человек, и художник. Мы все очень любили, но как бы за глаза, чтобы долго не объяснять, о ком речь идет. Все говорили, ну, гижевар. С девушкой, с Галей, здесь, да. Я помню, когда мы первый раз встретились, я сразу сказала, я говорю, ты гиш, понимаешь, ты тот тип людей, которые я просто обожаю. Вот, и, как ни странно, именно вот эта гиш решила сегодня погижить, выступить. Вот, я знаю, потому что гиш не любит вот эти все регалии и все такое прочее, да? Мне кажется, это слово само за себя говорит. Я не буду ничего рассказывать, он прогадится, вы сами посмотрите, послушайте. И очень много у него такой большой, мощный гижевский бэкграунд. Да? Вот. Я очень-очень тебе благодарна, потому что я тебе скажу честно. Я вообще люблю говорить честно. Вещи как есть, не пытаться изобразить что-то. Когда я написала в Фейсбуке, что я была бы очень рада, если бы кто-то из моих друзей-музыкантов пришел бы и сыграл бы на открытие, я, честно говоря, даже не ожидала, что это будет Гай. Поэтому для меня это большая-большая честь. Я очень рада, что откликнулась на ты. И даже ты как никто попадаешь, что ты там в жизни, в этот этап рисунков, я не знаю, в этот этап всего. Поэтому вот, Галя Арутиня. Как это выключить? Просто забери. Окей, на самом деле, добрый вечер всем. Я подготовила небольшой сет специально для Маната, потому что хотелось сделать особо особенное. И с вами мы будем участвовать на стихи нашего Слава Богу. И все, что я сегодня сделаю, кроме пары фактурных вещей, они сделаны специально для этого вечера. Ну, давайте начинать.